пальмы и туи готовят к новому летнему сезону. Сейчас растения находятся в теплицах, где за ними ухаживают. По словам специалистов, после лета деревья помыли, обработали от вредителей и прикормили. Причем содержат их при температуре всего плюс 10 градусов. Также сейчас у пальм период цветения. Они покрываются множеством блестящих желто-белых цветков, которые собраны в одну кисть. Появятся растения на улицах Красноярска традиционно весной. Также в теплицах уже начали высаживать тюльпаны и приступили к посадке семян однолетних растений. Напомню, в городские теплицы можно прийти на экскурсию. Пока у нас одинаковое количество – 154 пальмы, 91 туя. В будние дни с 10 до 4 сюда приходят люди, берут там билетик у нас, там чисто символические деньги, проходят, и у нас тут экскурсии проводят, можно посмотреть.